Ну, э, хотелось бы сказать, что наш проект достаточно молодой, ему всего полтора года. У нас в Казахстане стартовала вторая волна приватизации, то есть государство э, выставляет на торги объекты государственной собственности для того, чтобы бизнес мог участвовать в распределении этого государственной собственности. Our project is kind of young. It was launched just like one and a half years ago. But for now, we achieved very good. Uh... Expectations. For example, И основной, так скажем, задачей нашего проекта мы считали информированность общественности, доступность, участие в торгах, транспарентность и конкурентность торгов. Our main uh, objectives of the project is uh, our transparency, accountability and uh, what else increasing of the uh, competitiveness among the business. Еще одним немаловажным аспектом, который мы решаем, это же уменьшение или практически искоренение коррупции. Потому что электронные методы торгов позволяют ограничить участие человеческого фактора в проведении и в организации торгов. The main goal of the project is as well the decrease of corruption. Uh, due to the electronic bidding, there is less uh, level of the human factor involved in this process. Ну, если ответить на ваш второй вопрос: как влияет наш проект на общество и как бы какова его целевая группа, то однозначно. Uh, электронные методы торгов позволяют привлечь наибольшее количество участников торгам в uh, 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 well. То есть любой. Человек, который имеет доступ к сети интернет, не обязательно находясь в границах нашего государства, а в любой точке земного шара, может участвовать в торгах. То есть э, практически безграничные возможности у нашего проекта, и любой субъект бизнеса э, может не только купить объект государственной собственности, но и выставить на торги а, свое имущество. So our project has no limitation. The business can participate in the that government provide for their property, but as well they can put their own uh, object, objects to sell for selling. То, uh, что касается вниз, uh, вкладов нашего проекта в категорию доступная среда. Uh, конечно же, для нас это очень uh, приятная новость, то, что интернет-сообщество проголосовало за наш проект, эксперты выбрали его одним из лучших.

заслугу не только команда специалистов, которая разработала, написала этот программный код. Uh, it is a pleasure for us to win in this category, but it is not just our uh, uh, our victory. It's the victory of Kazakhstan in winning in this kind of honor. Многие государственные органы, организации принимали активное участие в продвижении его, в информировании населения. Many public organizations were involved in the process of the

И ставим перед собой еще большие цели, большие задачи. И, конечно же, хотелось бы поблагодарить организаторов данного форума, которые обеспечили нам возможность показать себя, рассказать о нашем проекте. We also would like to thank organizers for giving us opportunity to show our project and to tell about us to the world. Thank you for your hospitality. And we hope that this is not our the first victory and not the last one.